преддверии 25-летия Ульяновской счетной палаты в областном ЗАГС-собрании прошел межрегиональный круглый стол. Его участниками стали руководители и представители контрольно-счетных органов из 19 субъектов России, а также руководители 23 контрольно-счетных муниципальных органов нашей области. Они обсудили опыт работы контрольно-счетных органов регионов. Кроме того, главной темой на повестке стали проблемы в сфере государственных и муниципальных закупок. Эта тема, ну, в общем-то, давняя, она сохраняет свою актуальность, потому что объем закупок по разным уровням бюджета составляет, ну, там, более 11 триллионов рублей. И мы знаем, какое количество нарушений, оно, в общем-то, не уменьшается из года в год. Контрольно-счетные органы выявляют эти нарушения ежегодно, вот, но задача у нас у всех не вот бить по хвостам, что называется, вот фиксировать эти нарушения, а через выявление систематизировать и давать предложения по изменению законодательства, практике его применения. Подавляющее большинство регионов России сталкиваются с одними и теми же проблемами. Но каждая из счетных палат находит свои пути, свои методики для проведения аудита закупок. В честь юбилейной даты сотрудников региональной счетной палаты наградили региональными федеральными наградами.